Уважаеми зрители на телевизия Алфа, преминаваме към следващата тема за днешното издание на Добро утро, българи. При мен в студиото, драги зрители, е психолога Нина Ковалева. Тя е експерт в семейната терапия, мъжка психология и гештал терапевт. Изключително популярен психолог в Русия. Днес имам възможност да разговарям в студиото на Добро утро, българи, именно с нея. За разговор, за превод ще ни помогне и Юлия Кулиш. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Радвам се, че имам възможност да разговарям с вас в България. Темата, разбирам, че през последните години, въобще вашата професия е изключително интересна. Имам възможност да разговарям с вами в България и ета тема изключително интересна для нас и очень актуална в България напоследък. Но този път, тези минути, които ще ги отделим в следващите минути, са може би малко извън вашата зона на комфорт в професионален аспект. Може би тези минути, които сейчас ми отделим и ето тему, която ми сейчас будем рассматривать, наверно, скорее всего, ета тема немного в некомфортной зоне для вас, как професионал, как психолог. Или пък може би греша. Или може би я думаю не так. Ну, я как профессионал и как психолог, конечно же, професионалист и като психолог, неравнодушна к этой теме. Аз, разбира се, не съм равнодушна относно тази тема. А темата, уважаеми зрители, е именно и сексуалното образование при децата. А тема, дорогие зрители, это сексуальное образование у детей. Но тук не говорим за тинейджерска възраст, а говорим за деца. Не говорим о тинейджерском възрасте, а ми говорим о детях. Искам само с две изречения да ви запозная каква е ситуацията в България. Хотелось бы в двух словах сказать, какая вообще ситуация сейчас в Болгарии. В момента има две много силни групи на противопоставяне. Есть очень две сильные группы, которые борются против друг друга. Едната са родителските групи. Одна на майки с деца. Родительские группы, это мама с детьми. Другите са неправителствени организации. А другая группа – это неправительственные организации. Неправителствените организации искат сексуално образование дори в детските градини и в предучилищна възраст. Неправителствени организации хотят, чтобы было образование, сексуальное образование проходило и в детском саду, и в школе в ранних годах. Разбира се, майките се притесняват и не искат, конечно, такова нещо да има в училищата. И они не хотели бы, чтобы это вообще проводилось в школе, да еще и на таких ранних годах. Кой е прав и къде е баланса? Кто прав, кто не прав и вообще где находится этот баланс? Ну, мне хочется сказать, что я тоже мать двоих детей. Също така бих искала да кажа, че аз също съм майка на две деца. Но мои дети, к счастью, уже взрослые. Но моите деца, за голямо мое щастие, вече са пораснали и са големи. Но я как мать, конечно, неравнодушна к этой теме. Но като майка, разбира се, аз не съм равнодушна относно темата. И как профессионал я тоже, конечно же, имею свое отношение. И като профессионал, разбира се, аз имам свое отношение относно темата. Совершенно точно надо сказать, что если детей не образовывать... Со сигурност трябва да отбележим, че ако децата не бъдат образовани, то дети образуют себя сами. Тогава те ще се образоват сами. Особенно в наше время, когда такое обилие информации со всех сторон. Особено сега, в наше время, когато имаме информация от всички страни. Но даже когда вот не было информации, когда я была маленькой. Но дори когато не сме имали толкова информация, когато аз самата съм била малка. Мы получали информацию от старших детей. Получавахме информация от по-големите, от по-порасналите деца. И шепотом передавали друг другу. И шепнейки си предавахме така. Конечно же, эта информация была недостаточно правильная, корректная. Разбира се, че това не е била правилната, нужната и коректната информация, която сме получавали. Поэтому мое мнение, что детей образовывать необходимо. Затова моето мнение, че децата е необходимо да бъдат образовани. Но вот как это делать, это уже другой вопрос. Но как точно това да се прави, това вече е друг вопрос. И хочу закончить. Да, само да завершу. Сексуальное образование детей начинается в семье. Сексуалното образование на децата започва от тяхното семейство. Причем, ну, с самого рождения. При това то започва от самото раждане на детето. Да, как мама там моет ребеночка. Как мама къпе само детенцето. Как относится к его гениталиям. Как се отнася към неговите гениталии. И мне кажется, мое мнение. И мое мнение. Что первично образовывать родителей. Че первично трябва да се образоват родителите.
Я бы, например, предложила ввести в школе уроки именно для родителей в детском саду. Бих предложила да има уроки в детската градина, в предучилищна и в училище, уроки за родителите. И просвещать родителей. И самите родители да могат да се научават и да се просвещават. И объяснять им, как можно преподнести эту информацию для ребенка. Да им се объяснява как може правилно да преподнесат информацията на детето си. И уже родители могли бы сами образовывать детей в этой теме. И вече родителите, знайки и имайки нужната информация, биха могли да образоват и своите деца. Тоест, обучение на родителите, но не на децата. Обучение родители, скорее всего, а не так детей. Да. 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 Но это мое мнение. Но това е мое мнение. Искам да ви запозная с текстове, които някои организации споделят. Хотелось бы прочитать вам пару текстов, которые некоторые из наших организаций пустили в медийное пространство. Едно изречение. Одним предложением. Децата на възраст до 4 години ще се учат какво е мастурбация. Дети до 4-летнего возраста будут учиться, что такое мастурбировать. На 6 години те трябва да са запознати вече, що е то еднополов брак. А в 6 лет они уже должны будут знать, что такое однополовые браки. С полната дефиниция, но всичко това, разбира се. С полной, конечно, полным объяснением всего этого. Мое мнение здесь достаточно консервативное. Мое мнение относно това е доста консервативно. Надо сказать, что дети, они до 3 лет, они еще не очень осознают свой пол. Трябва да кажем и да отбележим, много важно, че децата до 3-годишна възраст не осъзнават особено пола си. Где-то в 3-4 года детки начинают понимать, что они мальчик или девочка, отличаются на друг от друга. На 3-4 годишна възраст те вече започват да разбират, че са момченце или момиченце, започват да отличават един друг. И в этом возрасте дети начинают испытывать большой интерес к собственным гениталиям. И точно на тази възраст децата започват да изпитват огромен интерес към собствените гениталии. И дети на самом деле мастурбируют. И децата мастурбират. Они себя трогают, изучают, там приятно. Те се пипат, изучават се, там е приятно. Но правильно рассказать ребенку. Но как правильно да разкажем на детето? О том, можно это или нельзя. Дали може да го прави, дали не може. Научить ребенка саморегуляции в этом вопросе. Да научим детето на регулирането, на саморегулацията относно това. Потому что дети испытывают именно такое сексуальное возбуждение и желание. Защото децата изпитват сексуална възбуда и сексуално желание. И в общем это так же естественно, как, например, ходить в туалет. Това е дотолкова естествено, както и да ходят до туалетна. Но мы учим своих детей, что вот в туалет надо ходить в определенное время. Ние учиме децата, че да посещават туалетна, трябва да ходят на определено място, в определено време. А здесь у детей как бы недостаточно понимания. А за това нямаме достатъчно разбиране. Потому что единственное, что испытывают родители, когда видят, что их ребенок себя исследует. Защото когато родителят види, че детето започва да се изследва. Это страх и стыд. Това е страх и срам. И ребенок начинает думать, что все это страшно и стыдно. И детето започва да си мисли, че това е страшно и срамно. Я очень много работаю с женщинами. Много работя с жени. Которые в детстве были таким образом травмированы родителями. Които в детството си по този начин са били, когато са били малки, са били травмирани от своите родители. Которые во взрослом возрасте испытывают очень большие трудности. Които вече като големи, пораснали жени, в своей сексуальной жизни, изпитват огромни трудности в сексуалния си живот, в общении с мужчинами, в общуването с мъжете, потому что этот страх и стыд закладывается глубоко в подсознание. Защото този страх и срам остава дълбоко в подсъзнанието. Поэтому, опять же, я считаю, что здесь важно обучать родителей. Затова смятам, още веднъж ще се повторя, че е изключително важно да се обучават родителите. Потому что родители, правда, не знают, как на это реагировать. Защото родителят наистина не знае как да реагира на това. Потому что поощрять это тоже... Защото да поощряваш това, это тоже имеет свои последствия. Това също има своите последствия.
поскольку здесь такое очень приятное ощущение у детей. Тай като при децата имаме приятно усещане, като го правят. Дети испытывают оргазм. Децата изпитват оргазми. И у них начинается такой вот синдром бесконтрольной мастурбации. И тогава започва синдрома на безконтрольна мастурбация. Такие дети мастурбируют постоянно. Такива деца мастурбират постоянно. Они не могут остановиться. Те не могут да се спрат. И им очень трудно социализироваться после этого. И след това на тях има изключително трудно да се социализират в обществото. Таких детей приходится оставлять на домашнем обучении. Такива деца като цяло преминават на домашно обучение. Поэтому эта тема очень важная. Затова това е много важна тема. И научить родителей, как к этому относиться. И да научим родителите как да се отнасят към това. Чтобы родители научили детей саморегуляции в этом вопросе. За да може родителя да научи детето да се саморегулира относно това. И не привили им стыд и страх. И да не им натрапват срамът и страхът. И позволили ребенку сексуально развиваться нормально. И да позволи родителя детето му да се развива сексуално съвсем нормално. Что касается второй части вашего вопроса. Което относно втората част на вашият въпрос, Ники. Что в 6 лет детям нужно рассказывать о том, что есть однополые браки. Че на 6 годишна възраст на децата трябва да им се разказва за еднополови бракове. Здесь я с этим я не согласна. С това не съм согласна. Потому что здесь мы очень важно детям показывать такую семью, где есть мама и папа. Изключително важно е на децата да се показва, че има семейство, в което имаме и майка, и татко. Для того, чтобы у ребенка была правильная ориентация в пространстве. За да може детето правилно да се ориентира в пространството. Для того, чтобы ему легче было осознать свою принадлежность. За да може по-лесно да осъзнае своята принадлежност. В наше время, конечно, очень трудно оградить детей от такой информации. В наше время исключительно сложно да предпазим децата от подобной информации. Но я считаю, это как элемент такой пропаганды, который могут нарушить. Че като елемент на пропаганда, който може да наруши естественное развитие ребенка. Естественото развитие на детето в цяло. Да. Има ли го този проблем в Русия? Есть эта проблема в России. У нас достаточно консервативное общество. Нашето общество е доста консервативно. Конечно, сейчас есть тоже огромное количество информации. Разбира се, че сега има също огромно количество на информация. Но у нас запрещена пропаганда. Но тази масовост е забранена. Тази так пропаганда. Так называемые нетрадиционные сексуальные ориентации. Тази нетрадиционна сексуална ориентация. Среди подростков. Сред тинейджерите. То есть ребенок, когда уже становится взрослым. Когато детето вече пораства. А это происходит после 21 года. Това се случва след 21 годишна възраст. Ближе к 25 годам. А по-скоро към 25 годишна възраст. Тогда уже, если есть какие-то действительно сформировавшиеся по каким-то причинам его особенности в этом вопросе. Ако има вече някакви особености, които са се формулирали относно неговото развитие. Когда он может сделать уже более осознанный выбор. И той вече тогава може да направи по-осъзнат избор. Конечно, здесь мы тоже в принятии. Тогава, разбира се, ако имаме такъв случай, ние пак сме в приемане. И наше общество принимает и людей нетрадиционной ориентации. И разбира се, и обществото се отнася с приемане и разбирателство към хора с нетрадиционна ориентация. Ну, во всяком случае, я к таким людям отношусь, как к себе и как к другим. Аз към тези хора се отнасям наравно както към себе си, както към останалите хора. В момента Съединените американски щати има обявено съществуването на над 31 пола. Сигурно сте попаднали на тази информация. Знаете ли каква реакция имаше тя в държавите? Да. Държавите в Източна Европа. В Америке признали то, що є более 31 пола.
имаше доста силна реакция в всички държави от Източна Европа. Да, силна реакция въобще в цяла Източна Европа. Една от спекулациите, която се прави, е, че всъщност това е бизнес и тук става въпрос за пари. Една из спекуляций – это то, что это все относится к деньгам, и все идет к тому, что люди делают деньги и бизнес на этом. Прави ли се според вас именно бизнес с бъдещето на нашите деца чрез как такъв тип пропаганда? Думаете, по-настоящему делают бизнес и деньги за счет наших детей чрез такого вида пропаганды и такого вида вообще? Ну, мое мнение, я психолог, конечно, я не политик. А сам психолог, не сам политик. Но с точки зрения психологии... Ну, от гледна точка на психологията... Если человек не относит к себя к какому-то полу, к мужскому или к женскому... Ако человек не се определя към някой пол, към мъжки или женски... А относит себя к каким-то другим разным полам... А се отнася към някакви други полове... Этому всегда есть какая-то психологическая причина. Това винаги е свързано с някаква психологическа причина. Я не могу сказать психиатрическое. А не мога да кажа психиатрическа. Но психологическое есть наверняка. Но психологическое има със сигурност. И, конечно же, таким людям ну, важно и нужно ходить к психологу. И разбира се, такива хора е необходимо и е много хубаво да посещават психолог. Для того, чтобы понять, вот в чем причина отвергания вот своего пола. За да могат да разберат коя е точно причината от неприемането на собственият пол. Можем ли да кажем, че до този проблем се стига? Поради някакъв вид липса можем или сказать, погрешно сексуално образование в по-ранните години. Проблема доходим, если у нас неправильное ранное сексуальное образование и происходит какой-то проблем и сбой на эту тему. Да, и здесь не только вопрос образования. Да, тук не става вопрос само за образованието. Это вопрос воспитания. Това е въпрос също и на възпитанието. Это вопрос тех проблем, которые находятся внутри семьи. Това е въпроса на проблемите, които има всяко едно семейство вътре в семейството. Такие проблемы, как насилие в семье. Проблеми, като, например, насилие в семейството. И эмоциональное насилие. Эмоционално насилие. И физическое насилие. И физическо такова. И сексуальное насилие. И сексуално насилие. И очень часто именно это ведет за собой вот такого рода проблемы. И доста често това води своите последствия и се стига до това. Разбирам, че с вас мога още много да говоря по тези теми, но тъй като напредваме във времето с... Я понимаю, что с вами я могу об этом говорить часами, но так как у нас время уже подходит... С няколко думи нашите зрители къде могат да ви намерят? Где вообще наши зрители могут вас найти? Вашите лекции, вашите материали, где с които вие разполагате? Лекции, ваши материалы, как они могут с вами связаться и когда вы приезжаете в Болгарию, приходить на ваши лекции. Разбира се. Я приезжаю в Болгарию достаточно часто, особенно в последнее время. Нина много често пристига в Болгарию, особенно напоследок, все по-често е в нашата страна. Меня приглашает центр Натальи Кобылкиной. Нина идва по покана на центр на Наталья Кобылкина. Да, Юля тоже там с нами работает. Не, работаем заедно. Мы там проводим тренинги и семинары. Водим тренинги, семинары. Индивидуальные консультации. И, разбира се, индивидуальные личные консультации. Также можно найти меня в Инстаграме. Също така може да намерите Нина в социалните мрежи, в Инстаграм и в Фейсбук. Когда я в России, я могу работать через Skype. Когато Нина е в Русия, може да работи чрез Skype, чрез интернет и, разбира се, пак става чрез преводач, така че ако имате запитвания или въпроси, насреща сме. Добре, много ви благодаря за гостуването. Надявам се престоят в България да ви е харесал. Я надеюсь, и сте добре дошла отново. Твой престой в България тебе понравился и приезжай еще. Спасибо, что пригласили. Благодарим, че ни поканихте. И спасибо, что поднимаете такие актуальные темы. И много благодарим за това, че надигате подобни актуални теми. Много ви благодаря още веднъж. Благодарим. Благодаря.